Ушла из жизни Евдокия Григорьева. Участница Великой Отечественной войны и ровесница республики было 102 года. Ровно за три года до Великой Победы 9 мая 1942 Евдокия Павловна перешла в ряды Красной Армии, где определилась в шоферы. Шли ожесточенные бои за Кавказ. В авиачасти девушек служило много. Круглосуточно охраняли аэродромы. С Кавказа водителей вместе с авиачастью перебросили на первый Белорусский фронт. Евдокия Григорьева прошла Белоруссию, Западную Украину, освобождала Польшу. Фронтовому водителю даже удалось оставить подпись в самом сердце Берлина, на здании Рейхстага. Половина Рейхстага была разбита, купол весь. Эти окна были все кирпичом выложены и стеклышки маленькие поставлены. Вот. Ну, что, расписывались, там все было расписано. Негде было писать, кто чем писал. Сразу после победы Евдокия Павловна уехала в Пензу к матери, которую не видела 7 долгих лет. Там встретилась и с братом, который также прошел всю войну. А в 1948-м переехала в Ухту. Трудилась на коммутаторе и на газовой котельной. Несмотря на уже преклонный возраст, она всегда восхищала отличной памятью, бодростью, гостеприимством и, конечно, любовью к жизни.